По итогам 10 месяцев этого года в основных отраслях экономики Казахстана произошел заметный рост. Положительная динамика сложилась в промышленности, транспортной сфере, сельском хозяйстве, торговле, связи и строительстве. Объем промышленного производства увеличился на 7,5%. При этом рост в горнодобывающей промышленности составил более 10% за счет увеличения добычи нефти, угля, природного газа, железной руды и цветных металлов. Рост более 5% обрабатывающей промышленности произошел за счет производства фармацевтической продукции, текстиля, а также продуктов нефтепереработки, бумаги, питания и напитков. Хорошие показатели в производстве мебели, в машиностроении и металлургической промышленности. В целом, рост объемов производства отмечается во всех регионах страны. Лидирует Атырауская область с показателем в 22%, Западно-Казахстанская область и город Астана. Здесь объемы увеличились более чем на 7%.